Блин, но никто не верил, что эта схема будет вообще работать. Короче, тут просто такая небольшая обзорка. Куча очень проводов, куча приборов. Даже лишнее повыбирать, наверное. Чтобы не отвлекало. Фу, шо вкратце. Значит, вкратце. Отсоединил я от этой макетки вторую, чтобы понятнее было. Теперь вот это только генератор. Значит, дает сейчас 15 кГц. Скважность 39%. Опять же, по поводу генератора и осциллографа. Это доделал я его. Разработка не моя. Ссылка будет под видео. Значит, в чем суть? Опять же, моя схема шиворот на выворот. И она какого-то хрена, честно говоря, работает. Хотя работает не очень гладко, но работает. В чем суть? Вот это только генератор, вот это только осциллограф. Осциллограф у нас подключен здесь на выходе с MOSFET, чтобы доказать, что импульс на входе и на выходе тоже дает импульс, а не просто коротко замкнутая. Вот. В чем суть? Что не понравилось в этой схеме? Сейчас смотрим вот этот осциллограф. Вот, сигнал. Сигнал нету четких разделений. То есть внизу вершинки острые и сигнал неровный. Сейчас, чтобы показать лучше. Вот он, видите, сигнал неровный. А должны быть четкие и болтанка небольшая. Ну, как бы фиг его знает, работает. Работает. Значит, лампочка горит сейчас. ДЦ-преобразователь работает. Значит, что в доказательство есть? Значит, на входе выставил я, опять же, здесь на преобразователе, выставил 19 вольт. То есть не 21, не 20, как типа идеальная на солнечной батарее, а 19, а вообще можно и 17 даже выставлять, чтобы проверять. Значит, в чем суть? На выходе мы сейчас имеем, вот у меня лежит прибор подключенный, 1452, то есть классическая зарядка. То есть получается мы с, значит, 19 переходим на 14,5. Собственно, вот эту разницу мы хотим заиметь себе в плюс. И опять же, в доказательство, что ДЦ-преобразователь работает, покажу, что есть прибыль потоку. Значит, ставлю. В чем суть? Проводов много. Эх. Короче, на выходе у нас 14,52 вольта. Значит, показываю, как и в прошлом опыте. Значит, сейчас менять буду скважность. Скважность здесь, увы, мелкая, снизу 39%. Начинаю я ее менять. Смотрите за вольтажом, что происходит. Значит, увеличение. Скважность пошла вниз у меня. Ну, у меня просто инверсная схема, поэтому все наоборот. Теперь скважность пошла вверх. Напряжение побежало вниз. То есть скважностью мы регулируем напряжение на выходе. Что опять же подтверждение ДЦ-преобразователя. Сейчас выставляем опять 14,5. Вот каждый тычок мой, изменение скважности, реагирует сразу напряжение. Ну вот, 14,5 я опять же выставил. Сигнал на выходе есть на осциллографе, вот показываю. Притом он как бы, хоть и не самый удачный, но он до низа, до разрыва. Ну это просто как бы MOSFET будет чуть перегревать. Что в доказательство? Этот же прибор я переключаю в режим амперметра постоянного тока клещами. То есть вольтметр я вообще не отключаю. Значит, сбрасываю по нулям его. Единственное, что проводов много. Там соточки гуляют. Значит, смотрим на входе плюсовой провод. Вот что у нас. 0,65. Ну, 0,64. Так. Опять сбрасываю. О, нормально обнуляться стал. Это проводов куча, помехи создают. Плюсовой провод на выходе. Смотрите.
0,76. То есть приплод есть. Вот. Значит, DC-преобразователь работает. Конечно, схема моя не самая удачная, судя по сигналу. Хотя осциллограф не профессиональный, как бы, но попробую я еще и другую схемку. Вот. А ну это больше как бы зарисовка тем, кто не видел, не верил, что моя схема шиворот на выворот, как я ее назвал, вообще работает. Вообще прикольно, сам удивлен. Вот, в доказательство еще что могу, значит, сделать. Вот это сигнал на выходе, вот он немножко такой корявый получается. В доказательство просто показать, что вот этот генератор, какой сейчас на данный момент, дает сигнал. Значит, отсоединяю щупы. Вот, осциллограф у нас забегал. И подключаю, значит, чтобы проверить, какой сигнал это у нас. Плюс сюда вот. И вот это у нас минусок. Значит, минус, по идее, у нас здесь. Тут вот. Да. Значит, смотрим на осциллограф. Четкий сигнал. 15 кГц, как и здесь, да? Вот. То есть он здесь уже более четкий. Значит, MOSFET все-таки работает неполноценно. Но работает каким-то чудом. Вот. В общем, будем разбираться дальше. Что-то сделаем.